принимал присягу? То есть они дорогу. Вот наша казарма, в которой мы жили. Два этажа, вот такие большие здесь стояли. Мне кажется, вот так они стояли. Вот один ряд такой кровати, другой ряд такой. Вот. И двухэтажные такие железные кровати. Мы в них спали. Конечно, честно говоря, вспоминаешь. Ну, по крайней мере, я хочу сказать, что кормили нас плохо, конечно, потому что кормили нас. Здесь свиней выращивали, наверное. Да, сейчас, наверное, выращивают, скорее сейчас всего. Нет. И вот со щетинкой нам давали там кашу, там щетинка попадала. Самое вкусное было, знаешь, что когда нас кормили? Это когда нам давали, каждому полагалось 20 грамм масла и чай. И поэтому, когда я приехал, я помню, в Питере нас там небольшой сделали, мы там, я это булки взял, пол батона, я понял, знаешь, вот такой большой сделал бутерброд с маслом. Потом в ванну залез. Да. Вот так, интересно. А? Вот грибы. Где же грибы? Вот прямо грибы. А, да, прям вот грибы. Вот видишь, грибы здесь растут. Уже грибы растут, да. Да. Ой, надо же. Все осталось, никто ничего не отремонтировал, там забросили все. Ну ладно, хорошо. Да, Игорек, спасибо, здорово, здорово. Вот видишь, какие воспоминания. Самое главное, что я бы без тебя бы ничего не нашел, Сережа. Да я знаю. Точно бы не нашел. Это, потому что ехали, мы в одном месте заехали, там другое оказалось вовсе. Я забыл, что сюда маленький поворотик еще был. Вот забыл, что здесь буквально 100 метров подъехали. Мне по воспоминаниям, мне казалось, что прямо у дороги. Нет, у дороги, правильно, правильно. И давайте до пляжа дойдем тогда и все. А там сейчас ты не очень-то дойдешь, потому что там построили частную территорию. А, вот даже так. Да, это у нас, и не только мы, здесь же еще солдаты же были. Здесь у нас-то как учебные были сборы, а еще солдаты, которые нас обслуживали, да. Там механики-водители, танкисты, танковый полк, поэтому танкисты. Механики-водители в основном, что нам остальные были не нужны, которые нас учили. Я же на танках ездил даже, представляешь, я сосны валил. Ну я же еще тот автомобилист, ты знаешь, какой из меня. Хотя я какой-то типа капитан, наверное, уже, по-видимому. Типа капитана. Вот так вот, столовая. Да, покажу ребятам. Там она маленькая, кажется. Те, кто есть. Да. Ромашки, танковый полк. Вот состояние советской армии. Это вообще понтунная, это не ромашки. Ну, нет, она приписана, по-видимому, почтовое отделение Ромашки, поэтому мы называли, что в Ромашках. Это называлось в Ромашках. Почтовое, да. А понтоны называли почтовое отделение, поэтому мы их называли Ромашки. Письма приходили на Ромашки. Да, на Ромашке тут нет. Ну, да. Поэтому давай так. Тебя с ними. А? Тебя с ними. Ну, давай.